На сцене итальянский джаз-бенд с японским названием «Сад Ояма», который означает «баланс между природой и цивилизацией». Музыка, которую играют итальянцы, это как раз поиск этого равновесия. Последний альбом полностью посвящен экологическим проблемам. С ним они приехали впервые в Россию в большой гастрольный тур от Москвы до Владивостока. Сегодня джазисты выступают в Самаре. We record our last album. Поскольку мы обычные люди, как и все, мы хотим в своей музыке показать людям эти экологические проблемы, не умалчивать о них, потому что все мы люди, и в конце концов всем придется иметь с этим дело. Музыканты Сад Оямы играют не классический, привычный слушателю джаз. В свои произведения они включают рок-элементы. Музыканты говорят, каждую композицию они пишут неделями. У каждого из них разные творческие вкусы. Музыка позволяет им найти общий язык. Интересно тем, что, конечно же, делают авторский материал. Очень интересный подход, интересная подача, находят новые средства выражения. Авторская музыка, она европейская, она вот этим и отличается. Это музыка, которая увлекает своим сюжетом, в которой есть завязка, пик эмоций, и который по своему завершению дает себе освобождение от того напряжения, которое создало. После гастрольного тура музыканты выпустят документальное кино о поездке. В нем будут и фрагменты выступлений, и интервью со слушателями. Елена Малютина, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.